Всем привет! Пусть погода пока нас не особо баловала, мало солнца, мало тепла, но мы не сдаемся. Сегодня узнаем у минчан, как они справляются с осенней хандрой и плохим настроением. Нахожу себе увлекательное занятие. Общаюсь с своей же компанией, строю свою машину, собираю. Обычным способом работаю. Вот оно можно посмотреть вообще только. Оно поднимать? Да, да, еще как. Пережидаю все, а потом хорошо. На гитаре поиграю. Мое сердце, остановилось мое сердце, замерло. Я живу в общежитии, поэтому мне никогда не бывает скучно. Послушал музыку хорошую, порадовался за своих родных и близких, и все хорошо. Занимаюсь спортом. Общение с хорошими людьми, позитивными. Вот, например, с вами. На тренировки хожу, по танцам. Что меня согревает? То, что, например, вот дочка мне внучку родит на днях. Чаще всего урок тяжелый. Все, иду лес, гуляю, собираю грибы. А нужно себя настроить хорошо утром на хороший день, и не будет плохого настроения. Правда, Леш? Да. Любовь и голуби люблю смотреть. Ходить на концерты, на выставки, в кино. Идем в заведение, отдыхаем. Надо вспомнить какую-нибудь веселую шутку или анекдот. Не думать о плохом – это первое. И второе – находить приятное даже в мелочах. Ну, встречу с друзьями, просто прогулки и все. Посидеть там. Да, коллективе. Хорошие друзья, поднимаю настроение. Петь. Сижу, рисую, в пледик заворачиваюсь, нормально. Чай, печеньки, все. Калинка, малинка, малинка. Танцами можно легко себя согревать, по-моему, в такую погоду. Да, спасибо вам большое.